В общем, это было круто. Я наговаривала. Оказалось, что у меня фото было включено. Спускаться страшнее, чем подниматься. Потому что тут очень крутой спуск. Я практически уже проехала. Вид открывается шикарный на Геленджикскую бухту. Полностью она видна. Единственное, что мешает вот этот вот канат. Тут как раз солнечная дорожка в море, очень красиво. Сейчас попробую как-то по-другому телефон перевернуть, чтобы без этого коня каната заснять.